представляем вашему вниманию материнскую плату от компании ASRock модели H61M DGS, форм-фактор которой микро-ATX, а физические размеры 226 на 173 мм. Сокет данной материнской платы 1155 и поддерживает такие процессоры, как Intel Core i7, i3, i5, Xeon, Pentium и Celeron 2 и 3 поколения. Возможно подключение до двух планок оперативной памяти DDR3 DIMM с частотой от 1066 до 1600 МГц, а максимально поддерживаемый объем оперативной памяти составляет 16 ГБ. Из внешних разъемов данная материнская плата имеет PS2 для мыши и PS2 для клавиатуры, 1 D-Sub, 1 DVI, 6 USB 2.0, 1 RJ45 для подключения сетевого кабеля и 3 аудиопорта. Стоит отметить, что видеовыходы будут работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. А из внутренних разъемов материнская плата имеет 1 LPT-порт, 1 COM-порт. Разъемы для подключения вентиляторов процессора и корпуса. Вывод аудио на переднюю панель корпуса. 2 USB 2.0 и 4 SATA 2. Из слотов расширения материнская плата имеет 1 PCI Express 3.0 и 1 PCI Express X1. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.